Сейчас на главной сельской дороге полным ходом ведутся работы по фрезеровке асфальта. Совсем скоро предприятие-подрядчик в лице ТО КТП примется за укладку дорожного покрытия. К капитальному ремонту дороги в Кирпичном приступили после многочисленных обращений жителей села с просьбой улучшить качество дороги, которая, кстати, не обновлялась еще с советских времен. По словам завсектором городского отдела ЖКХ Руслана Турегали, работы будут завершены до конца этого месяца. Сметная стоимость строительства составляет более 45 миллионов тенге. Да, протяженность данного участка составляет 770 метров. Ну, по многочисленным многократным жалобам жителей данного поселка, нам в текущем году включен в план работ данный участок на капитальный ремонт. Параллельно с этим объектом на этой неделе начнется аналогичная работа и по улице Вавилова. Там тоже качество дороги оставляет желать лучшего. Проектом предусмотрено полностью капитальный ремонт автомобильной дороги. Также предусмотрено расширение с учетом организации двустороннего движения. То есть, если на сегодняшний день улица Вавилова, то есть, является односторонним, а от улицы Братьев Жубанов в направлении улицы Марисева, также от улицы Санкибая Батыра до улицы Рыскулова Вавилова, да, улица Вавилова является односторонним. После строительно-монтажных работ, то есть, с нами будет произведено расширение в проезжей части до 7 метров после данных. После проведения данных видов работ данная улица Вавилова будет двустороннее движение. Эльмира Ижанова, Сергей Калашников, программа «Факт».